Уважаемые друзья, здравствуйте. Ну, раз уж мы говорили по поводу прищипки растений, хотел бы вам показать еще одну бакопа. Видите, также было выращено и в таких стаканчиках, в джифе-таблетках. Вот они. Можно использовать прямой посев, можно использовать также посеять сначала просто обычным способом, потом пикировать сюда. Они здесь очень прекрасно приживаются. И потом уже вот пересаживать вот такой горшочек и формировать. Видите, здесь в конце всех побегов у нас прищипаны и растут постоянно, вот раздваивается, получается такие вот увеличенные число боковых побегов. И таким образом получаем более мощное растение. И потом уже, конечно, не будет требоваться никакой прищипки, они будут расти. Если хотите, можно выращивать в грунте, конечно, стелющиеся растения, получится ковер. Или выращиваем, конечно, очень удобно в кашпо. Будет у вас, в принципе, он до заморозков цвести и радовать вас. Сочетание таких мелких цветков, белых, розовых, с красивыми блестящими листьями. Бальзамин тоже технология посева. Стандартные, обычные, сначала в ящики, в грунт, потом распикированы, также джифе-таблетки, и потом уже пересажены были в такие горшочки, восьмерка, девятка, а потом уже вот такие 5-литровые горшки, и они все, видите, растут с прищипкой. Вот они, центральный побег удален, и, естественно, получается побольше боковых побегов, и мы видим, что каждый побег вот у нас здесь бутончиком, огромное количество бутончиков. Вот сейчас начнется массовое цветение, естественно, это будет под такой полушар, очень красивыми махровыми цветками. Естественно, мы, конечно, тоже в течение нескольких лет изучали различные сорта бальзаминов. Вот видите, вот здесь у нас высажено 3 растения в один горшок. Почему мы так сделали? Потому что, когда мы высаживаем 3 растения в один горшок, мы таким образом создаем условия, растения ограничивают друг друга, так скажем, в росте и развитии. И таким образом получается очень компактный вот такой куст. Если высаживать одно растение, естественно, тогда можно использовать контейнер чуть меньше размером. Если используете такой контейнер, они, получается, довольно свободно себя чувствуют и очень сильно разрастаются. Поэтому получается не очень красивый куст. Мы не только выращиваем, мы также рекомендуем определенные агротехнические приемы, чтобы у вас на даче, на огороде или в квартире росли красиво цветущие, долго цветущие растения. Естественно, у нас здесь растет огромное количество различных декоративных растений. И придет время, вот они сейчас все взошли, требуется пикировка. И со временем мы их тоже вам расскажем, покажем, что они из себя представляют. Здесь много очень новинок. Сегодня вкратце вот про 3 этих культур. Как выращивать, как сеять, как подкормить вот долгоиграющими удобрениями. И, в принципе, красивого вам сада.